Ты загубила мою жизнь, мама. Ты обманула меня. Обманула. Ты очень плохо обошлась со мной. Ты ничего не скажешь мне? Нет. Ведь я же могла убить тебя, мама. Ты не сопротивлялась. Не защищалась. Нет. Нет. Прости, мама. Нет, дочка, нет. Это я должна просить у тебя прощения. Прости меня. Прости. Столько вреда я тебе причинила. Доченька, прости. Прости меня. Прости. Прости меня, дорогая. Прости. Мама. Ну что, дорогая, ты сделала это? Сделала? Наконец-то. Наконец-то мы избавились от этого Цербера. Я люблю тебя, Фелисия, люблю тебя, люблю, люблю, люблю. Я устала, я хочу спать. Очень хочется спать. Не трогай меня. Любовь моя, не думай ни о чем. Отдыхай, все в порядке, все хорошо, моя любовь. Все будет хорошо. Спи, мое солнце. Дорогая, не просыпайся больше никогда. На Сильвио не стоит обижаться, он отец. Но он все время контролирует нас. Вошел в комнату Марипас узнать, чем мы там занимаемся. А чем вы занимались? Да ничем. Просто разговаривали. Я не верю. Мне тоже было 17. Мне почти 18. Извини, ты уже совсем взрослый. И что, не целовались? Да или нет? Предупреждаю, если Сильвио вас застукает, он так тебе врежет, что вылетишь на околоземную орбиту. Как приятно видеть вас вместе и в хорошем настроении. А нет ли кофе и для отца? До завтра. Постой, постой. Куда ты? Ты обещал составить мне компанию. Мы еще не закончили. Я пошел. Мне пора спать. Нет, Вилли. Мы очень славно с тобой беседовали, и если кто-то нас прервал, это ничего не значит. Если я помешал, то... А ты что, в этом сомневаешься, папа? Вилли, сынок... Не знаю, смогу ли я стать тебе отцом, но, по крайней мере, твоим другом мне хотелось бы быть. Вы чужой мне человек. Но даже чужому можно дать шанс, а вы отказались от своего 18 лет назад. Но я ничего не знал, Вилли. Ты слышал, Вилли? Папа, он не хочет тебя больше видеть. Но нельзя быть таким нетерпимым. Тебе лучше уйти. Ну, если так, то, конечно... Вилли, это твой дом. И ты должен здесь жить, ни от кого не прячась. Я понимаю, что тебе трудно,
Но ты должен смириться. Жить как живу я, как живет Макси, как живет Марита. Мне тоже не нравится отец, данный мне судьбой. Но другого у меня нет. Тебе даже легче. Ты можешь вообще о нем не думать. Твой отец Готардо и точка. Согласен? А разве плохо, что у тебя вдруг объявились два взрослых брата и сестра? Она не смогла, Ноэль. Пыталась, но не смогла. Она моя дочь. Она любит меня, несмотря ни на что. Она не смогла убить меня. Не смогла. А я смогу отправить тебя в ад. Да, я смогу. И сделаю. Piensen que tienen medio camino despejado. Я думала, ты уже спишь. Нет, но собирался. До завтра. Глупый. Испугалась? Конечно, испугалась. Разве смешно? Я обожаю твою сердитую мордашку. Хочешь посмотреть? А если бы я спал, что тогда? Я бы тихонько подошла к тебе, осторожно поцеловала и легла бы рядом. А я бы тебя отшлепал, если бы ты меня не разбудила. А почему ты не пришел меня поцеловать? Я был с Вилли, мы говорили о жизни, о плохом, о хорошем. О Готардо, об Энкарнасьон, о моем отце. О нем не надо, пожалуйста. Ладно, ладно, ладно. Как ведет себя наш астронавт? Как и его отец. А это что значит? Ну, что он радует меня. Но я была бы рада еще больше, если бы могла обнять его. Как интересно. Ты пришла сделать мне неприличное предложение? Нет. Очень приличное. Предлагаю отпраздновать. Отпраздновать? Да, мой развод. Мы его еще не праздновали. Правильно. Очень правильно. Как же мне не пришло в голову? Идем? Куда? Как куда? Праздновать? Ты же хочешь? Да. Вперед! Pero qué importancia tiene si la noche que se asesinó al tipo ese, Víctor Melón, pasé por acá un rato o no? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Qué importancia tiene si esa noche? Se asesinó, eso dijo. Se asesinó. Bueno, se suicidó. Me equivoqué. Lo que pasa es que pareciera como si desconfiara de alguien, como si pensara que.
¿Qué más dice ese informe? Es un informe confidencial dirigido al inspector Avelino Escobar, o sea... Pero no va a creer una buchoneada barata como esa, ¿no? Yo le puedo probar a qué vine. Yo estuve, sí, estuve, pero... No merecía ni mencionarlo, no valía la pena. Me olvidé de guardar bajo llave un... ¿Un qué? Unos papeles. Cerré el cajón y me fui. Ni siquiera vi a los detenidos. Pregunté si todo estaba en orden. Rearte, que estaba de servicio, me dijo que sí. Fue Rearte. Pero están en blanco, no dice nada. Así que vino a poner bajo... Пришел запереть документы. Это грязная игра, Эскобар. Ты играешь со мной? Мы с тобой партнеры. Что происходит? Эспада, сын, одарил тебя зелененькими, да? И вы выбрали меня, чтобы прикрыть что-то, да? Боитесь, что кое-что неудобное для вас выплывет наружу, да? Купили меня самоубийством. А на самом деле? Его пришили, потому что много знал, да? Что стоит за всем этим? Я проверяю одну гипотезу, только и всего, и я буду копать еще глубже. И если рыльца у тебя в пушку, не сладко тебе придется. Очень не сладко. Закончим праздновать в моей спальне. Ты не очень рассердишься? Я хочу спать. Неужели из-за йогурта? Нет. Послушай, астронавт. Такой маленький, а уже встаешь между нами. Не будь эгоистом. Ты и так все время с мамой. Ты ревнуешь. Ты уже большой. И потом меня на всех хватит. Это папе. А это малышу. Ну, почему он растет так медленно, а? Никто не замечает, а я хочу, чтобы все видели, что я беременна. А когда он забьет ножками? Скоро. К Рождеству мой живот будет таким. Нет, таким. Огромным. Ты будешь самой красивой мамой на свете. Толкается. Я же сказала, что толкается. Не знаю, что с ним сегодня. Он такой беспокойный. Он знает, что завтра Рождество и хочет быстрее посмотреть на подарки от Санта-Клауса. А этот подарок с надписью «Нано» для меня? Да нет, ну что ты, для Готарду. Не открывай сюрприз. Я только чуть-чуть. Нельзя. Будущий отец превратился в большого ребенка. Может, найдется кто-нибудь сердовольный и поможет бедной тетке. Что это? Подарки для крестника. Все, кроме соски. И соска есть. Я написала длинный список Санта-Клауса, а он мне прислал телеграмму со словами. Просьба невыполнима за нехваткой средств. Точка, выкручивайся сама. Тетя, помоги. Я схожу на кухню, помогу в Готарду. А тебе надо отдохнуть. No creo que fue una gran pegada que volvieras a la empresa. Ahora, ¿quién puede desconfiar de un hombre con tu cara? ¿No es cierto? ¿Pero qué? ¿Acaso me ves cara de idiota? Pero no, por favor. No, no, ¿cómo vas a ser idiota? Yo no dije eso. Eres una persona realmente muy inteligente. Un idiota le hubiese dado la carta de Víctor a la policía. En cambio, tú no lo hiciste. Sí, gracias a eso mi hija está viva. Sí, vivita y preciosa. No, realmente hubiese sido una pena que un accidente la marcara para toda la vida, con esa carita tan simpática, ese cuerpito tan bien formado. Me das asco, Noel. Todo esto me da asco. Sí, pero te pongas así. En definitiva fue un elogio. Я обещал не трогать ее в обмен на твое молчание и сдержал слово, разве нет? Я деловой человек, не забывай.
Эскобар уже близок к разгадке. Ты не представляешь, как я буду рад, когда тебя засадят за решетку. Радоваться тебе не придется. Я не из тех, кто смиренно ждет своей участи. Извини. Sí, Cintia, sí. No, no, que espere, que espere, que espere. El doctor Carrillo ya sale y lo hace pasar. Ya te dije, ¿no es cierto? De todos modos, nos vemos esta noche. Mi suegra me contó que los invitó a pasar la Nochebuena en casa. Realmente va a ser una verdadera noche de paz en familia. Encarna me sacó corriendo. Encarna выгнала меня из кухни. А что ты сделал? Я стащил у нее кусочек чего-то очень вкусного. Она ведь готовит на завтра. Беременная я, не ты. Ты ошибаешься. У меня тоже симптомы. Повысился аппетит. Мне всего хочется, и потом я буду присутствовать при родах, и мне нужны силы для этого события. Ты не обиделся, что я не захотела заранее узнать пол ребенка? Нисколько. Я знаю, что будет мальчик. Откуда ты знаешь? Мужская интуиция. Более того, я выбрал имя. Без меня? Без тебя. Тебе понравится, мы назовем его Бенедикто Константино. Ужасное имя. Но, дорогая... Мы назовем его Хулиан. Очень короткое. Нет, нет, это будет Хулиан, а второе имя можешь выбрать ты. У меня для тебя приятная новость. Мне не хочется ждать до завтра. Нет, пускай это будет сюрприз. Это не подарок. И я скажу сейчас... Нет, 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 завтра в полночь. Сильвио сказал мне, что через месяц я получу развод. Ага, сики. Значит, эта бумага говорит, что мой муж уже не мой муж. Понятно. Что ты делаешь, Росарио? Хочешь устроить пожар? Что это за бумага? Это копия с документов о разводе, а ты ее растоптал, и я тебе за это очень благодарна. Мой бывший дорого заплатит за эту подпись, которую он заставил меня поставить. Ну хватит, Росарио, я прошу тебя, хватит, Анано, роман закончился. Все. Но я еще не написала конец. Почему ты не хочешь начать жить заново? Ну почему? Мне не нужна новая жизнь. Ты можешь заняться собой, работать, развлекаться. Я предпочитаю сидеть дома и копить ненависть. Ты заболеешь, Роси. Я предлагал тебе работу в клинике. Она и твоя тоже. Ты можешь работать в администрации. Мстить. Мстить, вот чего я хочу. Мести. Отомстить за себя. И я не остановлюсь, пока не добьюсь своего. Я прошу вас о помощи. Вы с семьей уедете отсюда. Вы получили другую работу и начнете новую жизнь. Но я не хочу, чтобы здесь все оставалось по-старому. Мой зять не должен здесь жить, отравляя все вокруг себя. Он источник зла. Он загубил жизнь Ауроре, Фелисии, Вилли. Он губит все, к чему прикасается. Он убил моего сына. Он убил моего сына, Готардо. Я хочу взять его с собой. Я не могу позволить вам... Готардо. Готардо, сколько, вы думаете, мне осталось? Умереть и прихватить этого негодяя с собой — это лучшее, что я могу сделать. Вы только должны уйти вечером из дома, только и всего. И ничего больше. Дома никого не будет, все уйдут на помолвку Себастьяна и Фьореллы. Все, кроме моего зятя. Его не пригласили. И я составлю ему компанию. Сеньора, не заставляйте меня... Пожалуйста, Готардо. Пожалуйста.
Это тебе за Рафаэля. За Фелисию. За Аурору. За Вилли. За Нану. За Камилу. За Маги. За Мари Кармен. За Макси. И за меня. За меня. Она предпочла остаться. Наверное, вспоминает былые времена. Жаль, что Донна Амалия не пришла на нашу помолвку. Перед Рождеством мама всегда немного грустит. Ее можно понять. Папа, Рафаэль, столько воспоминаний. Понятно. Ну да ничего. Дай-ка посмотреть. Какое красивое кольцо. Я думала, что уже не увижу тебя с кольцом. Что ты хочешь сказать, Аурора, что ты не думала, что кто-то польстится на Себастьяна? Нет, этого я не говорила. Но он казался таким несерьезным, я не думала, что он может серьезно относиться к женщинам. Да, и выбрал мою сестру. У меня она одна, и та попала в руки этого хулигана. Нану, наведи порядок. Ругают твоего друга, конечно, сеньор хулиган. Ты очень любезен. Завтра в полночь я подниму тост в твою честь. Большое спасибо. А я встану на защиту, Себи. Все слышали? Он славный, он изменил жизнь Фьореллы. С ним моя подруга стала совсем другой. Да, верно. Окончательно поглупела. Себи, говорит о твоей невесте. Это заставляет меня вспомнить одну фразу, которую однажды произнесли в моем присутствии. Звучит примерно так. Глупец не тот, кто любит, а тот, кто смеется над влюбленными. Тогда поднимаем тост за влюбленных. За влюбленных. Какой романтический тост. Я рад. Ты должна извинить меня, я не в настроении. Ноэль один дома, а мне без него скучно. Это какое-то недоразумение, мы всех приглашали. Правда, Себастьян от волнения мог что-то напутать. Не беспокойся, дорогая. Ноэль ненавидит вечеринки. Но я так уважаю вас обоих, что сказала себе Фелисия, ты непременно должна поздравить Фьорелитту и Себе. Фьорелитта? Извините, нам сказали, что невеста здесь. Поздравляю. Спасибо. А мне можно или только для женщин? Нет, проходи. Мои поздравления. Ну что же, молодежь, мне пора, веселитесь. Как уже? Да, дочка. Папа с бабушкой одни, а мы знаем, как они ладят, как кошка с собакой. Я собираюсь ужинать. Не хотите присоединиться, Ноэль? Вот это предложение. Не сон ли это? Я, правда, давно не готовила, но если рискнете... Вы готовили для меня? Нет. Я готовила для себя. Но если хотите, я вам поставлю тарелку. Наверное, все люди добреют в канун Рождества. Садитесь. Уже все готово. Сейчас отключу плиту. Я приготовила сегодня специальный соус. Надеюсь, вы не выдадите меня моим дочерям. Этого секрета они не знают. Неизвестно, смогу ли я говорить после такого. Я уже онемел от вашей любезности. Так вы не проговоритесь? И как называется ваше изысканное блюдо? Спагетти с грибным соусом. Три вида грибов. Это блюдо делала моя мама, но мне оно не нравилось. А под старость стало нравиться
как и многое другое. Звонят. При таком шуме можно и не услышать. Иду, иду. Готардо, а я уж думал, что мы вас не пригласили. Папа, а что случилось? Почему Готардо один? Почему Вилли не пришел? Не знаю, он спросил Нано, у него что-то срочное. Может, что-то случилось? Сервис. Спасибо. Хочется быстрее попробовать. Какой запах. Слюнки текут. Вам налить вина? Нет, нет, мне нельзя. А вот несколько ложек соуса я могу себе позволить. А вы? Кладите больше, если понравится. А вы не хотите меня отравить? Вы же никогда для меня не готовили. А я и сегодня готовила для себя. А вас пригласила для компании. Можете не есть, но многое потеряете. Я не знал, что вы такая искусница. Вкусно? Очень вкусно. Изумительно. Никогда не ел спагетти с таким чудесным соусом. Очень вкусно. Но! Нет! Что значит это вторжение, Нану? Дай нам спокойно поесть. Что это такое? Что за поведение, Мануэль? Это был мой последний шанс, Нану. Я должна была. Амалия, ради бога, Амалия. Что происходит? Столько шума из-за каких-то спагетти. Он должен умереть. Он должен умереть. Этот ядовитый человек должен умереть. Амалия, успокойтесь. Успокойтесь. Как умереть? Да. Амалия. Я положила в соус яд. Амалия. И глядя вам в рот, я предвкушала вашу смерть. Амалия, пожалуйста. Но вы же сами ели. Подожди за дверью. Выйди, папа. Она отравила меня. Выйди, папа, отравила. Уйди отсюда, ради бога, я умираю. Сорняки живучи, папа. Амалия, вы много съели? Немного. Недостаточно. Ты не должен был, Нано. Нет, нет, Амалия. Ты не должен. Нет, все правильно. Посмотрите на меня. Вы плохая или хорошая, хуже или лучше. Это не важно. Я не могу вас судить. Никого не могу судить, но вы тоже не имеете права судить и тем более приговаривать к смерти. Амалия. Амалия, наступает Рождество. Через несколько недель у нас родится ребенок. Амалия, я хочу, чтобы у него была прабабушка. Нано, Нано. Me tiene harta. Es el tercer vestido que me hace repasar para esta noche. Que el negro sí, porque es distinguido. Que el negro no, porque me deprime. Que mejor me pongo salero rojo, que todavía no lo estrené. Ay, me parece que voy a agarrar la plancha, se la voy a envolver y se la voy a colgar en el arbolito de Navidad. Canción, ¿sí hay de comer esta noche? Ay, de entrada hay arrolladitos agridulces. Ay, no, además el agridulce no me gusta. Eso ya lo sé, a usted le preparé huevos rellenos. Ay, yo me anoto, ¿eh? Encarnación, ¿vos погладили платье? Нет, сеньора, вы же дали мне его 5 минут назад. Тем лучше, потому что я, наверное, надену красное. Готардо, вы не можете съездить за Хинару? Мне не хочется отправлять маму, ей не по себе. Да, да, только вот трубку возьму. А что с мамой? Грустит по случаю Рождества. Синьора Асунсена спрашивает вас. Моя будущая свадья. Я поговорю с ней в своей комнате.
Энкарнасьон. Мама не показалась вам сегодня немного странной? У меня не было времени даже взглянуть на нее. Señor Máximo, visita. Hola. Felicidades. Vamos a la biblioteca y charlamos. Permiso. Hola. Sí, sí. La verdad es que no estoy tranquila, Gotardo. Voy con mamá a ver si necesita algo. Sí, sí. Гардо, менос малька, и у нас сола на вида ладанью, ке си но... С ума можно сойти. Не переживай так. Макси, может и мне последовать за тобой? Отпразднуем вместе? Ну, seas tarado, Pablo. No tienes ninguna necesidad de esclavizarte. А, ¿no? ¿Y tú sí? ¿Tú sí? Por favor, no empecemos. Макси, es la solución ideal. Bernardita y su amiga, tú y yo. Un cuadrilátero perfecto. Ellas se contarán todo, nosotros también. Ellas serán felices, nosotros unos perfectos hipócritas. Pero al menos vamos a sufrir la misma suerte. Y cuando nos deprimamos, vamos a deprimirnos juntos. Yo voy a mantener el barco como refugio. Yo no pienso volver al barco. Nunca te fuiste, Maxi. Es solo cuestión de tiempo. А я настаиваю, нельзя идти в особняк с пустыми руками. А что мы им понесем, если у них все есть? И потом нас пригласили, Сильвио. Пригласили. Но нельзя же злоупотреблять. Это наверняка Себастьян. Открой, Сильвио. Марипас, быстрее. Не хочу, чтобы он меня видел такой. Он тебя всякую видел. Да, но супружество это как диета. Важно не столько начать, сколько продержаться. Добрый вечер. Вы готовы? Всем счастливого Рождества. Какая ты красивая. Да, пожалуй, что любовь слепа. Я не хочу, чтобы ты оставался. Я не собираюсь отправляться на тот свет. Я не оставлю тебя одну. Мне не нужна твоя жалость. Не жалей меня. Я остаюсь, потому что хочу остаться. Мы вместе поужинаем. А после 12 поднимем тост, и ты развернешь свой подарок. Не хочу, чтобы пробило 12, Феда. Не хочу, чтобы наступила полночь. Правда, он узнает голос. Положи руку сюда. Эй, астронавт, привет от крестной. Правда, стучится. Как ты, мама? Опять спрашиваешь. Сильвио, я так плохо выгляжу. Сильвио, скажите. Нет, вы прекрасно выглядите. Твой отец глаз с нас не сводит. Как я вам завидую. А Феда вынужден был остаться с сестрой. Первый раз мы вместе празднуем Рождество. А как твоя невеста, Макси? Спасибо, хорошо. Камила сказала мне, что твои и ее родители вместе празднуют Рождество. Почему же она не здесь, не с тобой? Понимаешь, в рождественскую ночь трудно собрать всех, кого хотелось бы. У каждого из нас свои привычки. Сильвио, скажи, сколько уже? Вот-вот. Внимание. Я хочу поднять тост за будущее. И за моего правнука, который скоро появится на свет. А я хочу поднять тост за Господа. Он есть, и он доказал мне это. И доказывает каждый день, потому что мой малыш растет. А я хочу поднять этот бокал и выпить за любовь, потому что это единственное, ради чего стоит жить. Любовь — это единственное, что поддерживает нас и не дает нам впадать в уныние, потому что ее нельзя убить, она бессмертна. Напротив, чем больше препятствий на ее пути, тем она сильнее.
За любовь, потому что она не ставит условий, для нее нет различий. Она уравнивает всех нас. За тех, кто преклоняется перед любовью, за тех, кто обманывается, но продолжает любить. За тех, кто осмеливается произносить глупые слова и видеть великое в малом. За тех, кто страдает от любви. За тех, кого она возвышает. Я пью за свою и за вашу любовь. Пусть она будет всегда с нами. За любовь. За любовь и согласие в нашей жизни. За любовь. Счастливого вам всем Рождества. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Time.